Далее оперативная хроника. Материал подготовлен совместно со службой государственной безопасности. Пресечены факты незаконной продажи земель на местах. Житель города Ташкента, 1978 года рождения, в период работы заместителем начальника управления в Министерстве туризма и спорта, организовал на имя другого лица общество с ограниченной ответственностью. И в 2016 году добился выделения данному обществу 16 гектаров земли на территории Басталыкского района Ташкентской области. Следует отметить, что данная земельная площадь была предоставлена обществу с ограниченной ответственностью на основе аренды на 30 лет с условием создания сада и осуществления благоустроительных работ. Но фактически никакие работы не проводились. В этой связи после обращения районного хакимиата в судебные органы в июне текущего года 16 гектаров земли возвращены на баланс хакимиата. Но, несмотря на судебное решение, вышеуказанный неофициальный руководитель ООО вместе со своим ранее судимым сообщником 1965 года рождения потребовали у гражданина, желавшего заниматься предпринимательством, 5 миллионов долларов США за оформление на его имя данную земельную площадь. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления службы государственной безопасности по Ташкентской области, областной прокуратуры и ГУВД, а также территориального управления департамента по борьбе с экономическими преступлениями, мошенники задержаны с поличным при получении в качестве аванса 200 тысяч долларов США. Ранее судимый частный предприниматель, проживающий в городе Самарканде, в сговоре со своим родственником, занимающимся адвокатской деятельностью, потребовал у покупателя 200 тысяч долларов США за переоформление на его имя через своих знакомых в органах власти одного гектара земли, выделенной ему для строительства теплицы на территории массива Дуслик Пасторгомского района. По результатам оперативного мероприятия они были задержаны сотрудниками управления СГБ по Самаркандской области и областного УВД при получении 190 тысяч долларов США из запрошенной суммы. В ходе оперативного мероприятия сотрудниками управления СГБ по Ферганской области и территориального управления департамента при Генпрокуратуре задержан с поличным житель Рештанского района при продаже 60 соток земли за 100 тысяч долларов США. Как выяснилось, данная земельная площадь была выделена в 2016 году решением хакима Рештанского района одному из фермерских хозяйств для налаживания садоводства. Одно из должностных лиц Бабатакского государственного лесного хозяйства в Сурхандаринской области потребовал у иностранных инвесторов 40 тысяч долларов США за оказание содействия в предоставлении им в аренду 4 тысяч гектаров земли данного лесного хозяйства, на которой выращиваются коврак и фисташки. Он был задержан сотрудниками СГБ при получении в качестве аванса 20 тысяч долларов США. Выяснилось, что указанное должностное лицо намеревалось оформить документы, необходимые для предоставления в аренду данной земельной площади через своих знакомых в Государственном комитете по лесному хозяйству. Бывший специалист Андижанского городского филиала акционерного общества «Худутгаз Тааминат» потребовал у гражданина, желающего заняться рыбоводством, 20 тысяч долларов США взамен оказания содействия в выделении 2,3 гектаров земли на территории Андижанского района. Его задержали с поличным при получении 18 тысяч 600 долларов США из запрошенной суммы сотрудники управления СГБ по Андижанской области и территориального управления департамента. Более того, доследственная проверка установила, что он должен был передать эти деньги бывшему специалисту Андижанского областного управления Палаты государственных кадастров, которого также задержали во время продолжения оперативного мероприятия при получении 18 тысяч 600 долларов США. Житель Бухарского района, 1976 года рождения, войдя в доверие гражданина, пообещал ему оказать через своих знакомых в районном хакимиате содействие в получении 20 соток земли и потребовал за услугу 8 тысяч долларов США. В ходе оперативного мероприятия сотрудниками управления СГБ по Бухарской области и территориального управления департамента данный гражданин был задержан с поличным при получении запрошенной суммы. В настоящее время в отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.